В этом учебном году допуском к итоговой аттестации для девятиклассников станет собеседование. Сейчас в Ленинском районе проходит его апробация на базе Видновской гимназии. Это уже вторая апробация. Первая была 11 ноября, и участвовали 30 человек. Сегодня участвуют 10 человек. Проверяются, как учащиеся за 9 классов научились коммуникативным каким-то функциям, как они вообще сориентированы в обществе, их умение общаться, умение выражать свои мысли, умение обобщать, делать выводы. В аудиторию ребята заходят по одному. Помимо ученика, здесь находится экзаменатор, эксперт и технический сотрудник, который ведет аудиозапись собеседования. На каждое отводится 15 минут. Экзаменатор задает вопросы, школьник отвечает. Задача эксперта – оценить ответы ученика по определенным параметрам и в результате поставить зачет или не зачет. 13 февраля будет основное итоговое собеседование. Те, кто получит незачет, они смогут в марте и в мае, у них будет еще две возможности получить вот этот допуск к итоговой аттестации за курс основной школы. Первая апробация в гимназии прошла успешно. Из 30 человек ни один не получил незачет. Преподаватели надеются, что и на этот раз неприятных сюрпризов не будет. Успешно прошедшие собеседование девятиклассники будут допущены ГИА и смогут сдать два экзамена по выбору и два обязательных – русский язык и математику.